Международный проект Арктического совета «Цифровизация языкового и культурного наследия коренных народов Арктики» начал свою реализацию с 26 октября 2020 года. Цель проекта – создание международного мультикультурного интернет-портала по языкам, культуре и продовольственном наследии коренных народов Арктики. Вас приглашают посетить портал и рассказывают свое видение цели проекта представители коренных народов Арктики Российской Федерации. Здравствуйте, уважаемые посетители. Мы приветствуем вас на сайте, на разделе Югагиры. На этом сайте вы найдете материалы о духовной и материальной культуре югагиров. Узнаете, кто такие югагиры, их историю, их культуру. Ванти моучера, а мадялы тын, кашемеру ня танцани ману дюрымы. Дорогие друзья, мы приветствуем вас, самый маленький, гордый народ Нганасаны. Сегодня мы вам рассказали о том, что Нганасаны еще есть, Нганасаны живы. Приезжайте к нам на Таймыр, где живет самый древний, малочисленный народ нашего полуострова. Перед вами сегодня настоящие нганасани. И я хочу, чтобы сейчас, пока мы живы, чтобы нганасанские женщины, девушки приходили, пока мы живы, и учились к этому, как правильно шить настоящую нганасанскую одежду. И чтобы каждый из женщин знал о своем народе. Посмотрите весь мир, посмотрите на нас, нганасан. Хоу, кундерира. Сойза дерихунгай. Сойза дерира. Вы видите хорошо. Она янчутяк дюсерира. Хоу, как живете? Хорошего вам дня. Приглашаем вас в раздел Энцы. Дорогие мои земляки, дорогие мои сородичи, ненцы, мы живем с вами на трех территориях. На Таймыре, на Ямале и в Архангельской области. И хочется мне сказать, давайте будем дальше беречь, соблюдать свои традиции, обычаи свои соблюдать. Но самое главное... Учите своих детей с малых лет говорить на своем родном языке. И именно родная речь, она дает человеку духовное развитие, дает человеку богатство того, что он должен высказать свои мысли. Не зря говорят, если человек владеет свободно своим языком, то любая наука ему будет по плечу. Ни перед какими трудностями не остановится человек. И я желаю, особенно нашим кочевникам, дальше держите своей культуры, берегите оленя. Олень – это основа жизни немцев с наших древних времен, который дан был когда-то нашим предкам. Мюнелам, Венемал.
Лиден малом эй рагвас. Еп слежет, помоге хелугыни рагвас. Мы улыбаем, Вологдан агеспей. Нина улыбаем, буя спей. А Нина войлах-то спей. Ок халинне пчем опей, ок халинне пхювямель. Ок хакулу кайкиш пертиш. Миди, армас, вепсенкель.